Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам подробно показать, как надежно закрепить брошку на сумке. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Это у меня была сережка, и я откусила верхнюю часть щипчиками и буду крепить, декорировать сумку. Мне понадобится для работы пинцет и леска. У меня леска это 0,3 миллиметра, слишком толстую не беру, просто чтобы было удобнее работать, и она практически незаметная. Первое, что надо сделать, определиться с расположением, и я буду располагать посередине. И обязательно работу начинаем, чтобы у нас леска проходила именно между бусинами, потому что здесь посередине никак не расположить. А вот так будет надежно держаться. И я беру леску, беру примерно сантиметров 70. Можно побольше, смотря какой у вас элемент надо прикрепить. Вот. И первое, что я сделаю, прикреплю верхнюю часть. Вот я леску одеваю через брошь. Теперь выравниваю леску, чтобы у меня получились два одинаковых края. И, конечно, это все надо закрепить. Сделаю 2-3 узелка. Вот я беру брошку и завязываю несколько узелков. Это чтобы закрепить именно леску на броши. Я сделаю 3 узелка. Вот на обратной стороне узелки. Вот здесь закреплено. Леска у меня закреплена. Вот два края лески. И начинаю работу вот отсюда. Это у меня середина. И теперь леску нам надо в обе стороны отвести. Беру один край лески. У меня камера висит прямо вот здесь, чтобы над сумкой приблизила как могла, чтобы вам было видно. Мне не совсем удобно работать, но попытаюсь все объяснить. Вот одну леску я в эту сторону и другую в противоположную сторону. И также вылавливаю ее вот здесь пинцетом. И вот получается у нас уже здесь леска есть. Теперь с этого края нам надо снова закрепить брошку. Но теперь уже через следующее отверстие в брошке. Вот я ее примеряю и смотрю, где удобнее ее провести. Вот у меня получается вот в следующее отверстие. Но вы действуете от того, какая у вас брошка. Вот одну сторону. И сразу вывожу ее на другую сторону леску. И вот снова она у меня будет закреплена. Также поступаю со второй стороны. Вот вывожу ее сюда. И снова закрепляю. Любые отверстия, которые есть в брошке, нужно использовать. Вот вы видите, уже тут все закреплено. Следующее, что надо, вот здесь мы закрепили. Теперь следующие соседние бусины нам надо леску отвести вниз. Так, немного отодвину. Вот леска у меня здесь вышла. Теперь отсюда же отвожу вниз. Как я говорила, немножко неудобно. Мне ничего не видно, отверстие. Но попытаюсь. Так, не попало. Вот есть. Вытаскиваю леску. Вот уже закреплено. И также поступаю с другой стороны. Здесь все делаем одинаково. Так, отодвинула брошку, чтобы... Вот, снова все затягиваем. Вот вы видите, как уже все держится. Снова через брошку. Берем, так видно вам, снова выводим вот сюда через отверстие в брошке и назад леску. Так, вот, все мешает, леска закручивается и снова назад. Вот мы закрепили одну часть, также поступаем с другой стороны. Поэтому любые отверстия в брошке, что можно использовать, используем. Так, и назад. Сейчас мы все затянем.
И посмотрим, как у нас располагается брошь. Вот, вы видите, уже она хорошо держится. И теперь мы смотрим, куда же нам вывести леску на соседние бусы. Вот они, следующие. Если мы вот там проводили, следующие две бусы бусины под низом. Вот они тут. Снова леску сюда, через бусину. Все выравниваем. И вторую леску. Так, что-то зацепилось. Вот. И второй край лески. Также через соседнюю бусину вот здесь. Так, вот она. Здесь уже, я думаю, начнете работать. Все будет понятно. Вы будете видеть, где, куда, что проводить. Потому что идеального, так скажем, рецепта для всех не придумать. У всех будут разные броши, разная сумка, но это общий такой вариант. Вот. Здесь у нас получается, что теперь уже леска вышла вот отсюда, и никак ее не закрепить. Значит, встречаемся вот через вот эти крайние, вот они бусины. Мы сделаем так, чтобы леска встретилась. Поэтому вот проводим сюда. Вот оно, видите? Встретилась здесь. И вторая леска с этой стороны. По такому же принципу клеится, прикрепляется и магнитный замок. Но это я тоже покажу. Вот теперь две лески у меня встретились. Теперь я завяжу узел здесь. Лучше завязать несколько узлов. Брошка уже надежно держится. Но мы сейчас еще сделаем несколько процедур. Так, завязываю три узелка. Так, сейчас посмотрю, видно вам? Видно, видно. Вот. И теперь одну из лесок я проведу через брошку снова. Через вот эту часть. Так, здесь, наверное, лучше воспользоваться вот так пинцетом. Схватить и... Так, неудобно. Вот. Так, вот она. И через вот это второе отверстие, вот здесь перепоночка есть, мы закрепим брошку. Обязательно надо все, что можно закрепить, все, что можно схватить, обязательно закреплять. И снова делаем узелок. И не один. Все, завязываем. Один узел. Два. Три. И теперь по возможности я вернусь назад. Снова по бусинам пройдусь вверх-вниз. Вот я сейчас с одной стороны сделаю, чтобы вам было видно. Вот поверну снова, вот возвращаюсь вот в эту бусину. Так, не могу попасть, не могу попасть. Так, да что ж такое? Вот. Леска вышла. Теперь через соседнюю бусину и снова закреплю брошку. Тут все медленно идет, но чем лучше вы закрепите, тем вы будете более уверены, что у вас ничего не оторвется. Вот, теперь я вывела снова и прохожу снова в брошку. Вот, и закрепляю верхнюю часть вот через эти отверстия. Все, мы закрепляем. Есть. Теперь прохожу в следующую бусину. Вот рядом, под брошкой, которая... Вот она. И вот так я закрепляю с одной стороны, с другой стороны. И затем мои лески, два конца, встретятся наверху. Так, вот у меня... Не могу. Сейчас продену и вернусь к вам. Вот я продела снова. И здесь у меня есть возможность снова закрепить. Вот. Через брошку пройти. Вот. Совсем неудобно. Так, пинцетом. Вот, обещала показать все и не могу пройти, зацепилось что-то. Вот, проходим через следующее и снова встречаемся наверху. Говорю, на камеру не всегда удобно делать это, но пытаюсь каждый раз вам показать.
И, конечно, было бы лучше, если бы это была цветная леска. Но в данном случае она будет очень видна. Вот, снова вывожу нитку через брошку. Вот. Вот так, снова соседи шумят у меня. И вот через вот эту крайнюю бусину также провожу и вывожу в середину. Также поступаю со второй стороны. И обе лески у меня здесь наверху встретятся. Две мои лески встретились. И теперь я снова завязываю несколько узелков. Вот прямо под брошкой. Так, сейчас у меня тут зацепилась леска. Вот прямо под брошкой. И затем леску я спрячу. Здесь уже можно два края вместе, или можно отвести по бокам, где-то еще раз ее встретить и снова завязать узелки. Но вы видите, что все держится просто идеально и очень крепко. Сейчас легче леску вниз, внутрь сумки, или как на другой сумке, которая внутри, ее на хлястик, и вот отсюда уже ее прятать. Тоже неудобно вам показывать. Ну вот, пройтись по бусинам и затем подрезать. Конечно, в процессе работы мы все трогали, остались пальцы. Теперь я взяла мокрую салфетку и все почистила. И у меня сумочка готова. Брошка прикреплена. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока!